Ты сказал 4, а уже половина седьмого. Я продлил, потому что они возмущались. Мне это надоело. Я прерву через 4 часа. Через час. Через 3? Ты уволен. Да. Через час, хорошо. Все хорошо? Сэм, ты не узнаешь меня? Так, да, Кристина. Кристина из Берлина. Из Лондона. Из Лондона, точно. Конечно. Рад тебя видеть. И твоего ребенка. Твою дочь. Ты что, знаком с ней? Мы вроде спали вместе, но этого мало, чтобы сказать: вот это твоя дочь, привет. Она что, удирает? Кристина! Ты вещи забыла! Мне только вернуть ребенка, потому что это не мой. Кристина! Посадочные талоны. Моя подруга забыла свою дочь. Посадочные талоны, паспорт. Да что ты как попугай? С ребенком на руках. Не могу найти его мать. Я потерял все. Кошелек. У меня больше нет подгузников, и дождь идет. Вы говорите по-французски? Да, случается. Вы спасли мою жизнь. С удовольствием. Мы не слишком близко. Вы правы. Если вы передумаете, это мои профессиональные контакты, а это личные. Папа. Ты это сказала? Вы хоть немного представляете последствия вашего воспитания? На прошлой неделе она не появлялась вообще. Вот как? И что, даже в понедельник? Папа, мама прислала мне письмо. Прекрати посылать поддельные электронные письма и скажи правду дочери. Однажды она поймет, что ты ей врешь, и поверь, это сделает ее по-настоящему несчастной. Я знаю. Твою мать. Это продолжалось 8 лет. Ты знаешь, что это такое 8 лет? Это целая вечность. Она должна вернуться, чтобы все было как раньше. Сэм, точно так, как раньше, быть не может. Если она приехала устроить скандал в семье, это не проблема. Я не хочу сделать ее несчастной, можешь это понять? Глория появилась в моей жизни внезапно. Я не был готов. Но я сделал все, что мог. Я больше никогда тебя не брошу. Верь мне. Она вернется. Дай ей немного времени. У меня нет времени. «2+1».